все. Коллега. Можно чуть-чуть. Спасибо. Да. Первый, во-первых, после 5 лет с Черчесовым, да, что изменилось сейчас Валерий Гердич уже? Есть какие-то отличия, уже понял, что изменилось в сборной? Ну, отличия, конечно же, есть, так как у каждого тренера, я считаю, есть свои требования, свое видение к тренировочному процессу, к быту. Так что изменения мы как-то чувствуем в команде и потихоньку привыкаем. А если конкретно говорить, что поменялось? Ну, конкретно я пока не могу сказать, но прошло всего лишь 2 дня. Ну, большое внимание уделяется восстановлению. Ну, скажу только про это. А по быту скажите? Распорядок дня отличается от распорядка дня при Станиславе Соломовиче. Но столько все начинается, все впереди. Сборы для Дюбы за долгое время. Чувствуется, что главного шутника в команде нет? Да, Артем. Нету в команде. Ну, конечно же, в команде стало поменьше. Так как Артем отвечал за атмосферу в команде, в принципе, какой конкретный вопрос? Ну, то есть чувствуется, что его отсутствие, количество шуток снизилось? Да, чувствуется. Валер, выбор капитана были или, может, Валерий Георгиевич уже сказал, кто будет исполнять? Нет, еще не говорили нам, я не знаю, как будет происходить процесс. Но вот сейчас в этом коллективе чувствуется, кто сейчас на лидерских качествах показывает себя? Пока сложно сказать, потому что мы только второй день, некоторые ребята только сегодня приехали, и я думаю, нужно там дня 3-4 тренироваться, там уже станет ясно. Новички как себя чувствуют? Радеют или вы поняли? Нет, замечательно себя чувствуют. Мы помогаем им, чем можем, так что они себя чувствуют довольно-таки уверенно. По-вашему, кто бы капитаном этой сборной мог быть сейчас? За кого бы отдали свой голос? Слушайте, я не знаю, я не задумывался над этим вопросом. Кто будет, то будет, тому я буду рад. А кому больше всего тянетесь в команде? В смысле, чтобы стал капитаном или? Да, кто харизматичен? Харизматичен кто? Ну, не знаю, может, Жора Джуки может стать капитаном. Я считаю, хорошая кандидатура, так что, возможно, он. Да, Лера, этим летом ты опять не уехал в Европу. Эта мечта уже все, она схлопнулась. Про Европу я отвечать не буду, так как уже достаточно отвечал за прошлый год и повторяться не хочу. Но сейчас у меня контракт с «Зенитом», у нас как бы ставятся большие цели в чемпионате России, в Лиге чемпионов, так что полностью сконцентрирован на команде. Как тебе группа в Лиге чемпионов? Группа хорошая, мне понравилась группа. Будет здорово сыграть против действующего чемпиона Лиги чемпионов. Против Ювентуса, в том числе, потому что это же все-таки топ-клуб, и я считаю, Мольме тоже не подарок, так что сделаем все возможное, чтобы выйти из группы. Далер, нашим клубом прям будет участвовать, предрекает очередные неудачи, как вот принимают в команде, если это есть шансы на то, чтобы выйти в плей-офф? Очень надеюсь. Почему? Ну, а за счет этого участвовать в этом турнире, мы, конечно же, ставим перед собой цель постараться выйти. Мы понимаем, что будет очень сложно, так как явный фаворит это Ювентус и Челси, но я считаю, шанс есть. А то, что мы привыкли к тому, что пишут о нас, уже как бы не удивлены. Не обидно, что Роналду ушел и не удастся сыграть против него? Ну да, хотелось бы сыграть против Роналда, потому что так как против Месси играл, и хотелось бы попробовать против Роналда. То есть в английской лиге захочется? А? В английской лиге хочется сыграть. Мне? Ну, чтобы сыграть против него. Не задумался. А у нас еще игроки, давайте несколько вопросов. Первый матч с Хорватией, Модрич уже точно не приедет в Москву. Большой плюс для сборной России. Считаю, да, потому что очень качественный игрок, и еще это... На собственном опыте убедился, когда играю против него в 2018 году, и все-таки игрок Реал Мадрида, обладатель этого мяча. Это, ну, я считаю, да, плюс для нашей команды. Лаврена как-то помучили по поводу следующего матча? Может, какие-нибудь секреты рассказал? Нет, секретов не рассказывал. Ну, так, немного обсуждали предстоящую игру. Сказал, что будет интересный матч. И скоро ли не нашлось? Коллеги, спасибо большое. Давайте. Спасибо, коллеги.